Всем привет! Никто не сможет провести жизнь без фейлов и смешных случаев. Можно сказать, что они окружают нас всю жизнь. Я уверен, что даже в эту секунду каждому из вас вспомнилось что-то свое, смешное и неловкое. Сегодня я подготовил для вас подборку 10 самых безумных фейлов на водных горках. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, пиши свои комментарии к выпуску и давай соберем под этим видео хотя бы 2500 лайков. Тебе, как говорится, не трудно, а мне будет реально очень приятно. Открывает нашу подборку с первого взгляда одна из самых безопасных горок любого аквапарка. Как правило, на них не происходит ничего интересного, вот и в нашем случае посетители просто не спеша съезжали в воду. Но все-таки на водных горках раньше времени расслабляться никогда не стоит. Кого-нибудь из вас хотя бы однажды пугали мысли о том, что можно застрять в одной из водных горок, выбраться из которой будет очень трудно? Меня лично такие мысли посещали, и ставь плюсик в комментарии, если тебя тоже. Ну а видео на ваших экранах доказывает, что такое реально может случиться. О май гаш! Перед тем, как посмотреть на следующий фейл, я хочу спросить у тебя, были ли в твоей жизни фейловые или неловкие ситуации? Если да, то какие? Пиши в комментарии, вместе посмеемся. Водные горки с трамплином являются, пожалуй, одними из самых опасных видов горок. Об этом говорит и статистика. Травмы на таких горках случаются намного чаще, и неподготовленным людям туда лучше не соваться. Впрочем, не все так думают, в результате чего на ютубе появляется все больше и больше различных фейлов. Сейчас я покажу вам сразу несколько непохожих друг на друга неудач на горках с трамплином. Thank you.
подводных горках были случаи, когда из-за неправильной работы наблюдателей за посетителями горок либо вас, либо вы, сами того не желая, въезжали в спину другим людям, которые еще не успевали закончить свой спуск. Следующий ролик в нашей подборке является одним из самых жестких тому примеров. Многие люди летом строят на своих частных участках самодельные водные горки, ведь это одно из самых веселых вариантов времяпровождения. Но в таких вещах очень важен точный расчет, ведь неправильно поставленный надувной бассейн может привести к довольно смешным последствиям. Если вы думаете, что водные горки интересны только детям, то вы глубоко ошибаетесь. Порой взрослым скатиться с горки доставляет не меньше веселья, ведь все мы иногда хотим чувствовать себя маленькими детьми. Однако не всегда это приводит к хорошим последствиям, и следующие два видео тому прямое подтверждение. Welcome to Jurassic Park. Но перед тем, как посмотреть на последнюю жесть, прошу написать вас в комментарии номер того фейла, который запомнился вам больше всего. Посмотрим, какой из них будет самым популярным выбором. Классную водную горку построил отец для своего сына, и все бы ничего, кроме неправильных расчетов выставления бассейна. Да-да, снова одна и та же проблема, и вот к чему она привела. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки, оставляйте свои мнения насчет увиденного в комментариях и, конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все новости канала находятся именно там. Всем удачи и до новых встреч на канале. Пока!